Фархад, спасибо большое за донат. Значит, смотрим Alice in Chains Down in a Hole Unplugged. Guys, just a friendly reminder that we've got a killer line of merch in our store. Get around it, sick. It's so sick, hack me up. Бля, вот бы тоже на море жить. У вас два чела гитару неправильно держат. Думаешь, что хоть правда там типа просто мощно перданул и все. Да, это прям обидно. То есть хотел нормально посрать, а тут тебе такая подстава. Вот реально, да, обидно. У меня сегодня было наоборот, блядь. Я сажусь на стрим, думаю, сейчас пердану. В итоге, блядь, микрококулёха попала в трусы. Но она не пропитала трусы, то есть штаны в итоге не засрал. Но в трусах пиздец. БТВ про музыку, ну, типа, челы, как всегда, охуенно делают. Я просто эту песню не особо знаю, не особо она мне нравится, если честно, меня не случается. Ёб твою мать! Аж колонка охуенно. Вниз в дырку, как говорится. Типа вот уже заглушку ставил. Блять, сука. Вышел таки все-таки это. Из моей бухты небольшой дракарчик. Че тебе не нравится? Нет такого, что не нравится. Она мне просто типа... Как объяснить? Не в том смысле, что она мне... Ну типа просто не нравится. То есть просто не заходит тебе. Ну, обычно, когда говоришь не нравится, имеется в виду, что ты прям типа тебя не радует эта песня. Ну, то есть антирадует. А здесь мне она просто не нравится. Просто такая, типа, ну, как бы, ничего интересного для меня нет. Атмосферу создает приятно, в принципе, но. Ну, нет такого, что хочется переслушивать, растворяться в нем. Блять, Pearl Jam пиздец, да, Even Flow прям портят ужасно. Я, если честно, грешу на Мэтта Кэмерона в этом смысле. Все по ноге лупит барабанщик. Механист.
они, кстати, я забыл. Они из какого-то неожиданного места. Я помню, что они типа откуда-то из... Откуда там? Австралия. Нормально, кайфушек навалили в конце. Шарят челы, шарят. Ну, здорово, не знаю, что сказать.